Привет, Коль. Да, слушай, покупаю первый мотоцикл. Выглядит хорошо, то есть мне вообще нравится. Подскажи, на что нужно обращать внимание вот при покупке мотоцикла, особенно если там я новичок и сам, самому мне сложно оценить. Мы осматриваем прежде всего внешность. Ну, тут слегка поцарапано местами, но ничего криминального это, в принципе. Но это крылья, это, ну, как бы больше декор, не да. Какие-то вот несущие элементы. Да. Но подвеска тут закрыта такими стаканами, поэтому, ну, видим, что ничего не течет. Смотрим на двигатель, на предмет потеков, масла, всяких запотеваний. Неплохо видно, двигатель чистый. По крайней мере, снаружи криминала не видно. Скажи, если хром начинает где-то вспучиваться уже, то есть он не слезает, но он уже такой вот не гладкий, блестящий, а вот такими буграми идет. Это о чем говорит? Это говорит о том, что мотоцикл 12 лет, и в принципе это случается такое. Не, ну бывает, старый мотоцикл плохо хранится, где-нибудь на улице стоит, перепад температур. Может, откуда-нибудь его издалека везут, бросают на стоянке. То есть обычно говорит о ненадлежащих условиях хранения. На японских мотоциклах сильно убить хром так, ну, достаточно сложно. Если мотоцикл побывал в чем-то серьезном, ну там в аварии, там упал, еще что-то, то на раме должны остаться следы. Вот на что смотреть? Ну, на самом деле, невооруженным взглядом увидеть следы на раме сложно. Но если только ее совсем там как-то по-варварски не выправляли, потом не сваривали, если она не ломалась, то есть мы смотрим на предмет каких-то грубых незаводских сварных швов, какой-то следов перекраски рамы, но вот я тут ничего такого не замечаю. А вот этот шов нормальный? Это нормальный шов, ничего страшного с ним нет. В общем-то, они тут все такие. Определить, если рама кривая, надо на ходу, можно на ходу, отпустив руки, если мотоцикл начинает вилять. По идее, мотоцикл должен с отпущенным, когда водитель отпускает руки, мотоцикл должен продолжать ехать прямо. Но это нужно уже быть опытным, потому что я, например, на велосипеде, если отпускаю руки от руля, он начинает куда-то заваливаться. Ну, да. Можно слегка приотпустить, в принципе, просто держать. Разжать, вот, там не обязательно ехать, голову чесать. Как бы мотоцикл недорогой, и чтобы его в родне после падения собрать, это вообще будет стоить, на самом деле, его восстановить, как он сам примерно стоит. Угу. А ржавый бак – это вообще частая проблема, или это там какое-то, ну, там, редко встречающееся беда? Нет, не очень часто. Не очень На японских часто. Мотоциклах совсем, ну, посмотреть, совсем не часто. Да, у них железо приличное, обработка хорошая, обычно баки все-таки чистые. Угу. Это обычно на ретро-технике, там прям бывают наросты такие, что там какие-то 60-х, 70-х годов, вот там бывает. Но это опять-таки баки ржавеют от неправильного хранения. По-хорошему, на зиму, когда мотоцикл ставишь, его надо под горошко заправлять. И тогда, чтобы воздух не скапливался. А про там сцепление, тормоз, там, я не знаю. Это все проверяется на ходу. Тормоза. Единственное, что мы можем нормально посмотреть. Ну, не единственное, конечно, но это износ тормозного диска. Износа тормозного диска тут нету совсем. А колодки? То есть она образуется такая стеночка. Колодки тоже целые, но колодки — это как бы не та статья расходов, из-за которой ты мотоцикл не будешь покупать. Можно протектор резины посмотреть. Резины тут еще много, этому мотоциклу на несколько лет хватит. Ага. Да, вообще, как понять изношенность резины? Там есть какие-то индикаторы или нужно линейкой мерить глубину? Насколько я понимаю, минимально это 1.5 миллиметра. Ну, вообще, ты смотришь, самое простое — смотреть протектор сбоку, смотреть протектор посередине и смотреть разницу. По электрике что-нибудь тоже вот можно так сказать? Ну, без проверки там электрических цепей там специальными тестерами. Просто вот на что там смотреть?
ничего тут особо не усмотришь. Ну, лампочки горят, гудок гудит. И тут простейшие электрические схемы. Как бы что-то тут серьезно, вероятность серьезной поломки тут не очень велика. Это на современных мотоциклах там Traction Control стоит, ABS, еще куча всего. На них, да. На них уже что-то может случиться. Это может произойти, и поджинка будет дорого стоить. Но тут, если что-то, провод крысы перегрызли на стоянке, ну поставишь новый за 20 рублей, угу, припаяешь и будешь дальше ездить. По поводу жидкостей, какой можно дать совет покупателю мотоцикла, особенно если его предыдущая история не очень известна? То есть, ну, нет уверенности, когда эти жидкости менялись. Их стоит менять все сразу или вот... Все сразу. Включая тормозную жидкость? Обязательно тормозную в числе первых. Моторное масло и тормозную жидкость менять в первую очередь. Ну и остальные тоже. Тут их, благо, тоже не так много. Вообще, я правильно понимаю, что все жидкости можно поменять самому или, допустим, для той же тормозухи лучше использовать там специалистов с каким-то оборудованием? Но оборудования никакого особенного тут не нужно, но надо просто понимать, что ты делаешь, потому что с тормозухой шутки плохи, и если ты не сумеешь нормально прокачать, оставишь там воздух, можешь просто неприятно удивиться. Остаться без тормозов в момент, когда это меньше всего нужно. Да. Ну что, Коль, вот мы походили, посмотрели, что ты можешь сказать? Стоит брать или лучше обойти стороной? Лучше, ну, как минимум, завести его еще. А, ну давай. Вот я его завел. Завелся он, в общем, сразу, что называется, с полоборота. Ну, он еще у нас прохладненький был. Ну, пусть погреется. Это я никакого криминала не слышу. Корректно работает. Так, ну теперь включаем первую передачу и смотрим, как у нас работает сцепление. Вот мы ее включили, мотоцикл никуда не дергается, значит, сцепление нас не ведет. Сцепление аккуратненько отпускаем. Поехали. Все отлично. Трансмиссия работает нормально. Все прекрасно, ну, мотоцикл хорошо работает. Никаких проблем я с ним не заметил. Так, что ты смотрел и, ну, как ты это испытывал? То есть, чтобы, если вдруг там, повторить с другим мотоциклом, что надо делать? Я поездил, включил все передачи, посмотрел, как работает сцепление. Смотрел, как работают тормоза, проехал по небольшим кочкам. Послушал, чтобы подвески не было стуков, каких-то резких ударов, чтобы не выпивал руль, приотпустил руль. Посмотрел, что мотоцикл едет ровно. Угу. В общем, вот и все, что тут. Соответственно, ну а дальше уже начинается по поводу цены, это торг с продавцом, и тут у кого какие навыки, таланты, сколько вообще эти мотоциклы стоят. Насколько я понимаю, например, выгоднее все покупать осенью, потому что это конец сезона, и обычно все сделки купли-продажи вот как раз осенью происходят. Уже, да? Сейчас начинается. Ну что, спасибо, что рассказал мне об этом мотоцикле, рассказал, на что обращай внимание, не только мне, и нашим читателям и слушателям. Сейчас я первый раз сяду на него и поеду, это первый мотоцикл, на котором я буду ехать с момента, как я закончил учиться в мотошколе.